Специалисты черепашьего заповедника Бейлер Челониан в Южной Калифорнии предоставляют одним из самых вымирающих существ на планете шанс на выживание. Территория заповедника покрыта роскошными садами и теплицами с контролируемым микроклиматом. Так воссоздаются условия естественной среды обитания постояльцев. Среди обитателей можно встретить уроженку Мадагаскара – клювогрудую черепаху. В природе особей этого вида осталось менее 300. Директор заповедника Эрик Гуд считает, что такие центры могут стать последней надеждой для многих видов. Черепахи стали самым исчезающим отрядом в природе, и они продолжают исчезать с огромной скоростью. Уже в течение нашей жизни мы станем свидетелями вымирания нескольких видов этих животных. В центре обитают свыше 25 вымирающих видов. Сотрудники заповедника надеются спасти их от вымирания. Животные, похоже, не против. Затем выведенные популяции отправят в естественную среду обитания. В большинстве своем черепах привозят после спецопераций против их нелегального отлова и продажи. Именно браконьерство стало одной из главных причин практически полного исчезновения этих видов. Ведь их стоимость на черном рынке порой достигает десятков тысяч долларов. Гуд сетует на то, что питомнику по силам спасти только определенное количество особей. Основной же вклад в сохранение популяции должны внести правительство и правоохранительные органы. Думаю, нужно ужесточить наказание. Совершенно очевидно, что животных вывозят в другие страны. Таможни не справляются со своими функциями. Поимка контрабандиста – редкая удача. У многих видов, обитающих в заповеднике, довольно мрачные перспективы. Помимо ущерба от браконьеров, их выживанию угрожает вырубка лесов и индустриализация. Все обстоятельства обернулись против животных, и только для особей, находящихся в питомнике, осталась надежда.